Ну как? Ну вот как? Конечно, это же я, Джафар. Найду Аладдина, сын Хасана. Он самый ловкий вор. Он украдет мне лампу. И я заставлю Джасмин выйти замуж за меня. И стану правителем Аграбы. Ну что, попался, воришка? Я воришка? Я ничего не воровал. Ты даже не вздумай отпираться. Сейчас позову стражу, и они отведут тебе султана. Стража! Не надо, я все делаю. Делаю, только не зовите стражу. Подумаю. Хочешь разбогатеть? Конечно, хочу. Вон у того так. Заезд, ты его укради. Отдай мне, разбогатеешь. Я тебя вот здесь подожду. Ты даже не вздумай меня обмануть или забрать эту лампу себе. Я тебя все равно найду. И ты не сможешь выбрать одного. Принца? Зачем он меня нужен? Выйдешь замуж за принца. Нет, я не выйду. Но я обещал. Принц устроит свадьбу в этот праздник. Вы обещали выходить замуж. Доченька, ну подумай. Если ты откажешься, они объявят мне войну. Сам виноват. Ах, та непослушная девочка. Я уже их всех позвал. Все, решено! Зачем тебе понял, что эта лампа старая, грязная, на это не могу почистить от грязи. Слушаю и повинуюсь. Я раб этой лампы. Приказывай. Ты? Зачем тебе нужна эта лампа? Я Джафар давно знаю. Это самый злобный и бездарный колдун. Он хочет завладеть королевством Аграбы. Приказывай. Что? Ну, допустим, растоптать Джафара. А может, затрем ему с тобой, хорошо? Да чихать на него, чтобы ноги Аграбы не было. Слушаюсь и боюсь. Махалай! Чихай! Лампу верни! Верни мне лампу, Аладдин! Вот это да! Ты можешь выполнить любое желание? Конечно могу, я все могу! Приказывай! Я хочу попасть во дворец принцессы Джасмин. Ты хочешь предстать перед принцессой в таком виде? А что именно делать? Приказывай! Я все исполню! Я хочу стать принцем Али-Баба. Вот это другое дело! Ахалай! Махалай! Давай! Тебе нравится мой костюм? Что мечтаешь ты сам? Все джинны мечтают о свободе. Я хочу сделать лампу и стать другом. Ты свободен. Как? Да-да, исполняй. Ахалай, махалай, я свободен. Спасибо, друг. Полетели во дворец. Каличима, я поздравляю с вас с праздником и хочу вам сделать подарок. Ну как тебе, доченька? Хватит, папа! Встречайте, принц России Александр!
Здравствуйте, дорогая Ясмин. Я Пелеп Богдата, чтобы поздравить вас с весенним праздником. В этот день я хочу поздравить всех женщин и спеть красивую песню.